Ее картины поражают фотографической точностью, глубиной и объемом, и монохромность работ только подчеркивает изящество форм и линий. Творчество художницы, сценографа и преподавателя Светланы Тиньгаевой знакомо видновским ценителям искусства с 2008 года. Проходила выставка совместная Светланы Валентиновны с еще одним художником, видновчанином Евгением Аксеновым. Там впервые она представляла свои работы. Затем она их представляла на сборных выставках, циклах «Мир глазами земляков». А вот сегодня такая масштабная персональная выставка. На выставке представлено 60 графических работ, разнообразные натюрморты, пейзажи и портреты, созданные художницей карандашом и тушью за последние несколько лет. Графика – особый вид творчества, вид искусства, которым занимаются немногие, станковой графикой немногие занимаются, уже очень трудоемкая, кропотливая работа, долго очень работаешь над работой. Если тушь перо, то не терпит никаких изменений, исправлений. По образованию Светлана Тиньгаева – сценограф, работала главным художником над оформлением спектаклей в различных театрах от Калининграда до Иркутска. А затем во время декрета увлеклась графикой, вдохновившись монохромными пейзажами Ивана Шишкина, портретами и натюрмортами Рудольфа Хачатряна, сделанными тушью и пером. Своими работами она также пытается подтолкнуть посетителей выставок к творчеству. Мне это более радостно, если человек пришел, посмотрел, увидел, все просто, карандаш, бумага, у меня тоже это дома есть. И неважно, понравились ему мои работы, это неважно. Главное, что он тоже захочет что-то сделать, чтобы он захотел что-то сделать. Вдохновение Светлана черпает из самой жизни. Резные ворота в переулке, каменная мостовая, случайные прохожие, весенний паводок в лесу, вид из окна, пейзажи родной Софиевки. Настоящий художник способен разглядеть красоту буквально во всем, что его окружает. Там есть работа «Тюрбан Ван Эйка» называется. Я в метро увидела, стоит такая молодая женщина, у нее такая шея, и она так повернула головку. Я вот прям вот так вот сделала, понимаете? То есть я на нее смотрю как на объект, на женщину смотрю как на объект для вот чего-то. И мне так захотелось ее нарисовать. Я пришла домой, нарисовала. Видновчанка Татьяна Ескина старается не пропускать выставки в историко-культурном центре. Но вот с работами Светланы Тиньгаевой познакомилась впервые. Талантище, одно слово. Это ж такой труд. Это ж такое старание, усердие. Просто невозможно так. Мне кажется, невозможно это повторить. Это может только мастер. Насладиться графическими работами художницы можно до 20 августа. Спешите видеть. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.